Госдума не поддержит предложение депутатов Госсобрания Башкортостана по отстрелу бездомных собак. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По словам депутата, предложение наносит вред дикой природе. Практика доказывает, что отстрел не решает проблему численности бездомных собак. И, по мнению экспертов, контролировать количество животных следует иным способом. Это, конечно, следует, но не таким методом. Недобросовестные хозяева, они как раз и занимаются тем, что большую часть животных выбрасывают за город. Где уровень того, как они будут приравнивать этих собак агрессивным или как? Должны создаваться специализированные приюты государственные, где будут помещать проживать эти животные. Напомню, ранее местные депутаты направили в Госдуму предложение приравнять бездомных четвероногих, обитающих вне города, к диким животным. Это позволило бы Минэкологии регулировать их численность путем отстрела. К слову, ранее в Госдуму поступала инициатива, согласно которой регионам разрешалось регулировать численность бездомных собак путем эвтаназии. Однако она так и не была одобрена.